Молодец. Со дня бедствия все жители леса страдают от боли. Пусть они покоятся с миром в кольце провидения. По окончании дела возвращайся на базу разведчиков. Если глава разведчиков Урсула спросит обо мне, передай, что мне нужно завершить дела. День, когда загорелось древо жизни, хоть и прошло около 1000 лет, его невозможно забыть. С тех пор началась вся трагедия нашей расы. Это потому, что 1000 лет назад огненный дракон Вентус напал на Эльградис. После того, как Вентус выпустил струи пламени, все стало постепенно тлеть. Мы, эльфы, в то время не смогли защитить древо жизни. Проходи, молодой дозорный. Это твой первый дозор, и он занял больше времени, чем я думала. Танара куда-то пошла одна? Это проблема. Значит, в лесу снова чужаки. К сожалению, больше мы не можем называть лес своим. В любом случае, я попробую уладить все. Ты можешь отдохнуть. Мы скоро выбираем нового наследника Лилиантес в Святилище Жизни. В
Все Селины, рожденные после бедствия, будут включены в список кандидатов. Подробности узнаешь, когда вернется Танара. Скоро будут выбирать наследника. Ты ведь тоже один из кандидатов. Ученик Танары. Жду с нетерпением. Yeah.
Это башня сломанного лука. Место, которое должно напоминать нам о прошлом. День бедствия и ошибка, совершенная эльфами, все еще напоминают о себе. Башня сломанного лука. Место, которое дал.
Ты как раз вовремя. У меня к тебе разговор. Мы выбираем нового преемника в Святилище Жизни. Да, это большая честь стать преемником Святилища. Потому что это роль хранителя, который ближе всех находится к нашей общей матери, Древу Жизни. Ты тоже имеешь право на участие, поэтому попробуй. Меня очень волнует этот вопрос. Мне, конечно, сложно понять, так как я родилась еще до дня бедствия. В любом случае, если ты хочешь, ну, это твое дело. Я бы хотела, чтобы роль преемника и защитника Древа Жизни досталась тебе. Среди сиэлинов сложно найти того, кто подойдет на эту роль. Потому что ты эльф, рожденный после дня бедствия. На нашем языке сиэлин означает огненный цветок, сжигающий последнее. Причина в том, что ваша жизнь предопределена. Эльфы, рожденные до дня бедствия, живут вечно, в отличие от тебя. Конечно, они могут умереть в битве или в результате несчастного случая. Но не редкость, когда они, как и я, живут более 1000 лет. У тебя какой-то вопрос? Преемник — это тот, кто защищает корни Древа Жизни. По-другому его еще называют наследником Лилиантес. У тебя какой-то вопрос? Потому что ты эльф, рожденный после дня бедствия. На нашем языке сили. Новый дозорный? На башне что-то случилось? А, вы хотите стать наследником? Рад встрече. На первом этапе мы проверяем знания о нашем прошлом. Вы, сиэлины, не можете делиться знаниями, и вам просто нужно послушать меня и ответить на вопрос. Эти знания... После гибели Древа Жизни эльфы потеряли бессмертие. И стали появляться такие, как ты. Но некоторые из нас не приняли такой судьбы. И встали на темный, запретный путь. Страж пыталась остановить их, но тщетно. И разразилась война. Нарушившие запрет маги были побеждены и изгнаны. Но Верховный Страж не вынесла вины за эту трагедию. Оставив после себя лишь сломанный лук, Страж сложила силы с вами.
День, когда пламя дракона накрыло древо жизни, мы называем днем бедствия. У меня только один вопрос к тем, кто хочет стать наследником. Как вы думаете, чем отличаются силины и эльфы, которые живут вечно? Я уже дал достаточно подсказок. У меня только один вопрос к тем, кто хочет стать нет. Древние эльфы, до сих пор живущие в Эльградисе, рискуя своей жизнью, выступают против этой идеи. Подумайте еще раз. У меня только один вопрос к тем, кто хочет стать на верно. А эльфы превосходят людей? Или Ругару? Рожденные древом жизни не должны рассуждать о своем превосходстве. Это слишком высокомерно. Мы все рождены в объятиях древа жизни. Хотя силины не могут жить вечно, это не значит. Первый этап завершен. А теперь идите ко второму. Первый этап завершен. А теперь идите ко второму. Добро пожаловать. Я экзаменатор Петрик. Второй экзамен несложный, так что можете не волноваться. Здесь вы всего лишь попробуете себя в роли наследника. Вы, скорее всего, слышали про пламя волшебного дракона. Несмотря на то, что прошла уже 1000 лет, древо жизни до сих пор тлеет. Я даю вам святую... Это обязанность наследников Лилиантас. Так будет до полного оживления древа жизни. Нам нужно знать. Дайте мне знать, когда будете готовы. Я принесу вам святую воду.